наемники организовали центр коммуникации. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи, поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВЭЛ. Внимательно. Видишь на холме старый форт времен Второй мировой. Доберись до него и как можно быстрее уничтожь центр связи. Совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. И ничего там не видели? Здесь, я привезу вас. Что произошло? Левый фланг вперед. Время драть задницы. Какой-то парень. Диверсант? Ну да, все только о нем и говорят, но сам я его еще не видел. Надеюсь, у него хватит мозгов не соваться сюда, а то я одену его в похоронный костюм. Что ты сделаешь? Что слышал? Я одену похоронный костюм. Сколько тебе лет, чувак? 200? Дальше. Дальше. Стой!
ничего не заметил. Чертовщина! Ты видел? Вот что здесь произошло. Плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Готово. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Где он? Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне, я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Эй, кто там? Какого? Центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. О, взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Осмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее. Убирайся оттуда быстрее! С дальней стороны острова. Важно, чтобы меня не раскрыли. Так что тебе придется зачистить этот район. Понял. Ты слышал? Нет, но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Теперь связь на островах не работает. Чтобы ее восстановить, им потребуется несколько часов. Ну а пока тебе можно будет перемещаться посвободнее. Кстати, на нашей связи взрыв никак не отразился.
башню центра связи. Я направляюсь к тебе, но надо совершить еще одну диверсию. Взорви их арсенал в лагере. Это усилит неразбериху, и я смогу проскользнуть. Предлагаешь устроить новую диверсию для того, чтобы отвлечь их внимание от первой? Очень умно. Лучше не надо об этом. Если только Кроу услышит, что ты мелешь, тебе не сдобровать. Окей.
вижу, ты Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Прячься в люк. Если тебя заметят, мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать. Я буду на связи.